Ты кто? Я Святой Патрик. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля! 19 марта 2022 года. У нас он там мусор вывозит. Ночь была очень громкая. И утро тоже. Поэтому мы никуда не выходили. Было очень-очень громко. Очень слышно. Обстреливались, как всегда, районы, которые ближе к линии фронта. Где-то нет электричества, где-то нет газа. Ну, воды, как вы понимаете, нет уже во многих районах давно. Вот у нас тоже течет потихонечку, но слава богу, что течет. Сейчас я покормлю Алекса, мы выйдем на улицу. Дети гуляют во дворе. Еще мороз, холодно. Видите, речка подмороженная. 4 часа дня. Пока тихо. Вышли на улицу. К этому времени прям город немножко оживился. Дети во дворе побольше стало. Машин много. Много. По сравнению с пустыми улицами чуть больше. Узнала, что будут проводить еще одну волну мобилизации. Потому что некоторые отсиживаются, а некоторые на передовой. Ну, посмотрим. Я пока с температурой, поэтому не знаю, как я буду снимать. Пока так. Сегодня прошел тихо, пока ничего не слышно. Я надеюсь, что уже, в принципе, не будет ничего слышно. Линия фронта сдвигается. Надеюсь, все будет хорошо. Люди, которые вынуждены были покинуть свои дома, все так же ждут вашей помощи. Все ссылки в описании видео. Там же ссылки на канал «Прошел через». Игорь также принимает пожертвования для тех, кому
кому сейчас совсем-совсем тяжело. Игорю я доверяю, поэтому можете выбирать любой способ оплаты, который вам подходит. Еще раз всех благодарю за помощь. Всем большое спасибо. Всем пока.